условия. Как бы все нормально. Нам нравится. Дальше кухня проходит. Как говорится, почувствовали разницу. Юрий и Марина Кривоноговы 53 года прожили, как сами говорят, в бараках. Отопление печное, все удобства на улице. Потолок почти обвалился. Все продукты приходилось возить из города. Ну а в ноябре узнали, что скоро получат новое жилье. Говорят, что до последнего не верилось, что переезжают. До последнего не верил просто. Думал, что все равно, типа, как бы откажут. Или другое, какое-нибудь жилье дадут. И районы тут устраивают, как бы. Все близко. И с моим родителям, и к родителям жены. Как бы все устраивает. Рядом с домом действительно несколько магазинов, торговый центр. Удобно добираться и до работы. Переехали в новую квартиру наши герои 2 недели назад. Сейчас еще продолжают обживаться. Планируют обустроить прихожую, кухню и спальню. Эта вышивка скоро украсит стену новой квартиры Юрия Федоровича и Марины Степановны. Сейчас они приобретают мебель и продолжают создавать уют. Об остальном уже позаботилась компания ПЗСП. Именно этот застройщик выиграл конкурс на строительство первого муниципального дома в Перми. Возвести здание, выполнить внутреннюю отделку квартир и благоустроить придомовую территорию удалось меньше, чем за год. В дом планируется переселить 185 семей из аварийного жилья. 120 уже получили ключи от новых квартир. Генеральный директор ПЗСП Николай Демкин говорит, готовы дальше сотрудничать с муниципалитетом. Если город сочтет нужным с нами дальше сотрудничать по этому направлению, мы готовы, мы будем сотрудничать. Важно сейчас не потерять того, от того, что мы уже достигли. Городскими властями практика строительства дома за счет муниципальных средств также была признана успешной. Сейчас решается вопрос по выбору второй площадки для строительства. Наряду с этим будет продолжена покупка домов и квартир для переселения из аварийного жилья у застройщиков. Для решения задач будет задействован не только городской бюджет, но и средства из краевого и федерального. Объем задачи, которые нам предстоит решать, он очень серьезен. В бюджете 2015 года на эти цели у нас запланировано столько же денег, примерно, сколько было и в прошлом году. В нашем бюджете 1 000 000 000 рублей. Рассчитываем на то, что более 400 семей пермяков в этом году переедут в новые квартиры из ветхого и аварийного жилья. Сейчас продолжается заселение жителей в дома, купленные у застройщиков. В ближайшее время новоселье в домах по улице Янаульской, Маяковского, Сигаева, Красноводской и Делегатской планируют отпраздновать 197 семей. Андрей Голдырев, Семен Соснин, Ярослав Алакин, телекомпания «Ветта».